Приятного аппетита хочется пожелать среди такого изобилия деликатесов. Именно так и называется традиционная выставка-ярмарка, которая открыла свои двери в Одинцовском выставочном центре. В первый день уже многолюдно. Горожане знают, здесь всегда все самое свежее и вкусное. Молочная и мясная продукция от лучших российских производителей. Пельмени, котлеты и другие полуфабрикаты из Суздаля можно продегустировать с пылу с жару. Сначала пробуем, потом покупаем, говорят продавцы, потому что за свое качество ручаются. А вот соленья уже себя зарекомендовали и в дегустации не нуждаются. Селедка прямо из бочки, малосольные огурчики и рыбные копчености у покупателей на расхват. Любители натурального кофе и эксклюзивного шоколада приходят сюда за сортами, которых больше не найти нигде. Для деловых и активных специальное быстрое питание. Порошковые супы позволяют быстро насытиться и обогащают рацион витаминами и микроэлементами. На десерт – кондитерское изобилие. Пирожные и эклеры, конфеты и торты. Порадовать себя сладостями всегда приятно. Эти и другие продукты будут представлены на ярмарке до 21 февраля. Следующая выставка «Мир женщины» откроется в преддверии весеннего праздника. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».